Яндекс – российская транснациональная компания, владеющая одноименной системой поиска в сети интернет-порталами, службами в нескольких странах. Ежемесячно поисковик обрабатывает до 7 миллиардов запросов. Яндекс является четвертой среди поисковых систем мира по количеству обработанных запросов. Недавно главному поисковику России исполнилось 20 лет. За это время он стал номером один в стране, став главным конкурентом Гугла. Является ли он номером один у нас в республике, узнавал Абдулла Алиев. В конце 90-х компьютер и, соответственно, интернет в доме считались роскошью. Сейчас же никто не может представить свою жизнь без доступа к всемирной паутине. Вся нужная нам информация всегда под рукой. Остается только выбор браузера и поисковой системы. В России поисковиком номер один считается Яндекс, которому на днях исполнилось 20 лет. Сегодня все-таки на рынке много браузеров. Яндекс – это, конечно, не номер один, но, на мой взгляд, это, наверное, третье место. Можно ему назначить. На первом месте это, безусловно, за Chrome, Google, который продвигает. Потом Mozilla, Firefox. Там, конечно, Яндекс. И потом уже Opera. Хотя Opera, можно сказать, это самый старый ветеран на рынке браузеров. На долю Яндекса приходится более 50% всего поискового трафика в России. Это единственная поисковая система в мире, которая на равных конкурирует с мировым монополистом Google. Кроме России, региональные версии Яндекса работают в Турции, Белоруссии и Казахстане. Также компания имеет офисы в КНР, Нидерландах, Швейцарии и Германии. А каким браузером пользуются у нас в Дагестане? Какая поисковая система сопровождает их по жизни? Сейчас мы и узнаем. Chrome? Ага. Почему именно Google? Все устраивает, картинки тоже прикольные. А что скажете о Яндексе? Ни разу не заходил, честно сказать. А что слышали, например? То, что российский. Тоже хороший браузер, я слышал. Так, Safari через телефон. Через телефон. А Яндекса? Нет. Google Chrome. Да. А что о Яндексе скажешь? Ничего, а что сказать? Яндексом. Яндексом? Да. Скажи, почему? Яндекс очень хороший для меня браузер, потому что он защищает от всяких вирусов, не дает выйти на ненужный сайт. Браузер Google, а поисковик Яндекс. По итогам опроса стало ясно, что многие жители республики отдают предпочтение зарубежному браузеру Google Chrome. На сегодня это безусловный лидер, и на вопрос, какой браузер самый лучший и быстрый, подавляющее большинство пользователей ответит – конечно, Chrome. По роду моей работы я часто сталкиваюсь с какими-то неполадками системными, помогаю пользователям и обращаю внимание, естественно, на то, чем пользуется сам пользователь. Яндекс-браузер не так часто встречается, как Chrome. В России, не знаю, из каких соображений так говорят, что он номер один. Но он, да, удобный, конечно, все они бесплатные. Им удобно пользоваться, у него встроен уже поисковик, там же и другие всякие функции имеются. Но, на мой взгляд, все-таки Chrome, он такой более проще, что ли. Еще 10 лет назад обычным пользователям было доступно всего несколько веб-обозревателей. Сегодня ситуация изменилась. Десятки, если не сотни браузеров, каждый со своими преимуществами обязательно находит отклик в той или иной группе пользователей. По большому счету, все браузеры как одна большая энциклопедия. Если мы захотим получить какую-либо информацию, при помощи нескольких нажатий или же голосовой команды, мы, конечно же, получим ее. Но у каждого из браузеров есть свои фишки, и кому-то они по нраву, а кому-то нет. Но тут, как говорится, дело вкуса. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.